Виртуальные Олимпийские игры. Да. Что-то аварию. Ну, короче, снега по самые помидорусы. И красиво. Снежинки падают. С наступающим 1 мая всех. Я по Московской области катаюсь. У природы нет плохой погоды, каждая погода благодарна. День и ночь, любое время года, надо благодарно вспоминать. От звуки душевной непогоды говорят, время не может идти вспять. Сегодня 5 январь. Чудес. Да, пора снова елку доставать. Капец какой-то вообще. Конец апреля. Скоро май, через несколько дней. Вот думаю, елку покупать или подождать. Скоро все-таки 1 мая.